То, как мы разговариваем с другими, так унизительно. Это причиняет боль. Говорим плохо. В основном это связано с теми, с кем мы живем. А это испытание от Всемогущего. А мы проваливаем это испытание, независимо от того, сколько намазов вы прочитали. Вы потратили время. Какой толк от 5 намазов в первом ряду в мечети, если ты мужчина, субханаллах? А вы идете домой и ругаете людей. Выходите на улицу, унижаете людей, материтесь, не следите за тем, что вы говорите своим языком. Знаете, что произойдет? В судный день ваш намаз берется и отдается как подарок или как расплата тем, кого вы оскорбили своим языком. Следите за словами, будьте осторожны, следите за словами, мои братья и сестры. Таково сегодняшнее послание, будьте осторожны в том, что вы говорите. Дай Аллах каждому жить без болезней, без врагов и без горя.